Сотрудники Битцевского леса, так они себя называют, собрались по инициативе нескольких студентов-экологов. По словам молодых людей, акция пока не привлекла внимания застройщика. Разве это не эпично? Построить самое высокое здание в городе в самой высокой точке города. Когда мужчина хвалится чем-то самым большим или высоким, Эля, значит, маленькое у него что-то другое, Матвей. Вообще, представляешь, куда ты влепился? А? Я не дам срубить ни одного дерева. Ну тогда вперед. До конца. Рви. Ну, а не как студентка нашего университета. Стройка все равно состоится. Ты что, ходишь за мной? Что тебе надо от меня? Я скажу тебе, что мне нужно. Поживи со мной неделю. Я оставлю в покое твой лес. Ты что, 50 оттенков пересмотрел? А что это? I'm gonna raise my voice. Ты будешь от меня без ума. Если не буду. Понимаешь, что он с тобой просто играет? Тём, это я с ним поиграю. Молодец, девка! Тебя здесь насильно держать никто не будет. И я тебя не прошу ничего, что может причинить тебе вред. Только удовольствие. Скажи, пожалуйста, что ты шутишь. Все будет хорошо. Be the better man.